Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. В Восточном Казахстане собрали рекордный урожай зерновых. Общий валовой сбор составил более 1 миллиона тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Использование новых методик севооборота, современной техники, а также качественных семян позволили ускорить в этом году темпы уборочной. При этом фермеры максимально снизили потери и успели убрать зерновые до наступления холодов. Урожай 2016 года позволит полностью обеспечить внутренние потребности региона. Излишки зерна пойдут на экспорт в Китай и Россию. Ожидается, что цена на тонну пшеницы в этом году составит свыше 40 тысяч тенге. Холдинг «Казагро» получит из республиканского бюджета 51 миллиард 700 миллионов тенге. Средства выделяются в рамках дополнительных мер по стимулированию экономического роста и обеспечению занятости. Как сообщило руководство холдинга, деньги пойдут на содействие продуктивной занятости и увеличение доходов населения. Часть средств также пойдет на содействие увеличению сельскохозяйственной продукции. По данному направлению, «Казагро» планирует финансировать экспортоориентированные инвестпроекты по производству мяса говядины, свинины, птицы, растительного масла и плодово-овощной продукции. Среднемесячный чек официальных покупок в Казахстане составляет 37 тысяч тенге. Аналитический портал Ranking.kz подсчитал показатели в урбанизированных и аграрных регионах. Так, в густонаселенных городах среднемесячный чек составляет 56 тысяч тенге, тогда как в аграрных регионах в 3 раза меньше и составляет 20 тысяч тенге на человека. Наименьший показатель по объему закупок на одного человека зафиксирован в Жамбылской области – всего 10 700 тенге. Сельское население в этом регионе составляет 59,5%. Среди урбанизированных регионов самый тяжелый чек в Алматы – 105 тысяч тенге на человека в месяц. На втором месте Астана – 69 тысяч тенге. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.